Всем добрый день. Меня зовут Наталья. Я работаю в сфере недвижимости. Саморазвитием я занималась давно. Слушала разных учителей, делала практики, но во всем этом не было системности. То есть не было четко выстроенной модели. Все происходило достаточно ситуативно. То есть послушала какого-то мастера, мне где-то срезонировало, я поделала практику, может быть, даже какой-то результат я получила, но потом опять забросила. И в таком состоянии у меня прошло несколько лет. И у меня был постоянно запрос найти такого учителя, который бы меня пошагово довел до результата. То есть не просто теоретические знания, а именно практические инструменты на раскрытие себя, на раскрытие своих способностей, практики по работе с энергиями, с потоком. То есть мне нужен был учитель, который бы мне сказал, вот делай так-то и так-то, и получишь вот такой-то результат. Ну, собственно, этим человеком оказался Михаил Агеев. Что дает школа? Самое главное, что она дает, вы начинаете чувствовать ангельскую поддержку, поддержку высших сил света. То есть обычный человек живет, ну, вот с какой установкой, что есть Творец, у которого можно что-то попросить, ну, когда тебе трудно. Есть ангелы, которые тоже как-то, может быть, тебе помогают. Но, как правило, все это воспринимается как некая статичная концепция. То есть в школе Михаила Агеева эти взаимоотношения с Творцом и с ангелами становятся именно практическим инструментом. Для вас ангелы прям становятся друзьями, ваша поддержка, опора по жизни. И к ним можно обращаться по любым вопросам, там, начиная от места на парковке, да, заканчивая там заботой о ваших животных домашних, не знаю, и либо вопросы уже более сложные вашей охраны, безопасности, вы изучаете, как обращаться к Творцу. Виды молитв, множество других практик, позволяющих вам установить эту взаимосвязь с высшими силами и именно использовать ее во благо себе и близким. Если образно представить, что вы идете по жизни как по канату, то если раньше вы шли без страховки на свой страх и риск, то сейчас ангелы ведут вас за руки в полном доверии к жизни, в полной уверенности в вашем пути. Вы уже не боитесь никаких препятствий, потому что понимаете, что вы под защитой. Это не просто такая метафоричная картинка, а это встраивается в вас как ощущение, как некая программная настройка, что вы идете по жизни в потоке любви Творца, и вы всегда под его защитой и охраной. И вот именно вот это ощущение, оно дорогого стоит. И к этому можно идти всю жизнь и не прийти. Здесь же, вот по моим ощущениям, вы можете уже где-то к третьему, к четвертому месяцу обучения это почувствовать, что вы находитесь под защитой Творца. Отдельное внимание хотелось бы уделить практике по очищению от сущностей. На самом деле мало кто задумывается по жизни, что разные психологические проблемы у человека связаны именно с присутствием разного рода сущностей в поле человека. И можно годами ходить к психологу, ну и даже, может быть, какие-то перманентные улучшения будут, но это не уберет корень проблемы. А здесь же вы получаете практические навыки, как от них избавиться. И, собственно, вы можете помогать своим близким людям, ну и не близким даже тоже. И мало кто на самом деле из мастеров успешно работает с сущностями. То есть энергокоррекцию много кто делает, с родом тоже работает. Но когда вопрос заходит в избавление от сущности, многие говорят, я с этим не работаю, ищите специалиста. Собственно, вы можете стать таким специалистом. Все инструменты и практические навыки у вас будут. Еще отдельно бы хотел сказать о практиках по поднятию вибраций. Конечно, можно найти в открытом доступе эти практики и, ну, идти своим путем, пробуя разные методики, но в таком случае вы будете нарабатывать свой опыт. Вы будете идти методом проб и ошибок, и это может длиться на самом деле бесконечно. В школе Михаила Агеева дается именно концентрат необходимых практик, которые вам позволяют выйти на результат в кратчайшие сроки.
Вот если послушать каких-то мастеров, сколько у них времени ушло на раскрытие, то зачастую вы услышите такие сроки, как 10-15 лет на получение результата. Здесь же за 7 месяцев вы получаете отличную базу, которая вам позволяет идти дальше уже в глубину. И по сути школа по окончании поддерживает своих учеников. Есть клуб, есть встреча единомышленников, есть партнерская программа. Все это позволяет вам оставаться в поле, в эгрегоре школы, и у вас всегда будет возможность, ну, обменяться каким-то опытом, посоветоваться. Если опять же вот так картинку нарисовать, то школа – это некая платформа, с которой вы как с трамплина можете прыгнуть с ускорением. И на самом деле у вас сразу начинает закручиваться поток событий, которые будут вас выносить на новый уровень. То есть изучили урок, освоили практику, сразу будут появляться люди, которым необходима ваша помощь. То есть высшие силы вас будут всячески поддерживать на этом пути. То есть и финансы вам тоже помогут в получении финансов. То есть вся Вселенная начнет работать на вашу реализацию. Еще прям пару слов хочу сказать о семинарах, которые проводит Михаил. Что такое семинар? Ну вот, по сути, это 2 дня общения с Творцом, когда для вас открываются небесные врата, и вы можете на себе ощущать густое, проявленное присутствие Творца. То есть, и, собственно, все, что нужно, это сформировать намерение и отдать ваше желание в руки Бога. Ну и поверьте, что вся небесная команда, она будет работать на вас. Как вариант, можно ходить по церквям, да, вымаливать свою просьбу. И сколько времени на это уйдет, ну, тоже непонятно. А здесь можно, так сказать, по прямому коннекту соединиться с Творцом, и результаты вы получите быстро, а зачастую даже в моменте. И по итогу хочется сказать, что если вы давно уже искали учителя, который в кратчайшем путем доведет вас до результата, то Михаил Агеев – это именно тот человек, который, знаете, так вас раскроет, как книгу, и вы будете светить во благо себе и всем, кто будет попадать в ваше поле. Да будет так.